Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на сервере Pokeworld Special. И сегодня, ребята, у нас воскресенье. А воскресенье, как запланировано было, мы разыгрываем одного шайни покемона, любого, то есть случайным образом. И также разыгрываем дом на спавне. И, ребята, сегодня начинается новая рубрика, то есть, если вы играете на этом сервере, то у вас есть тоже возможность поиграть со мной. И сегодня мы играем с одним с игроков на сервере. Как тебе там, с Даньком, да? Да, всем Данил. Привет. Да. Ну, первый наш, как это можно сказать? Короче. Гость. Ну да, да. Честь тебе выпала быть первым, не знаю, случайно просто. Который в этой рубрике попал, да, первый? Да. И как раз, если сегодня воскресенье, то нам нужно сейчас разыграть две вещи. Это покемона случайного и дом. Но я уже знаю, какого покемона я разыграю. И сейчас, секундочку, тогда. Я не знаю, давай, может, куда-то пройдем. А, еще иди сюда. Каждому я буду давать небольшой презентик, такой мастербол 10 конфет. Спасибо. Немного, но все же, чтобы было. Так, ща домик, где наш домик? Вижу. Тут уже, кстати, видите, вот эта арена строится потихоньку. Уже тут два наших строителя почти ее завершили. Но еще не совсем. Так, я не знаю, куда сейчас пойдем. Давай, может, сразу разыграем... Разыграем нашего шайни покемона. Давай. Кого бы разыграть? Я не знаю. Мечикарпа. А, ну да. Или я не знаю там. Ну да, что может банальнее быть Мечикарпа. О, там шайни заспавнился. Ну это Диглет вроде. Да. Его никак никто не сможет достать. Кроме тебя. Ну да. Так, ну что, давай спавним. Давай. Я не знаю, кого бы заспавнить. А его не поймают тут на спавне? Кого? Покемона. Ты тут будешь спавнить? А, ну, наверное, я так думаю. Ща. Только нужно выбрать игрока, которому бы дать. А, покемона. Ну, я не знаю, давай заспавним там... Шайни. Ратини может. О, смотри, кто заспавнился. Смотри, лови, быстренько. Давай, Шайни Риол. Лови, быстро. Сейчас убежит. Я не могу попасть, лагает. Её же бьют. Этот чувак её сейчас, по-моему, бьет. Не повезло. Чё-то ты как-то так резко. Ну? А если он её убьет? Да, вряд ли. Словил уже. Покеболов не будет. Фак. Не повезло. Да. Ты прям передо мной, надо написать, чтобы на спавн люди тэпнули. А, ну если бы я написал, то тогда все бы сидели и ждали тут. Так, ща. Все из-за лаков. Ну, как всегда, знаешь, закон подлости. Ща. Тогда давай сейчас дом разыграем. Фиг его знает. Давай, а его как будем разыгрывать? А, тоже сейчас на спавне заспавним, кто первый запревает, тот и будет дом, да? Я не знаю, давай... Ну, фиг его знает. Сейчас я как... топор приготовил. Ты что, реально думаешь, что я его сейчас на спавне запревачу? То есть заспавню? Не знаю, подумал. Там, это кто тут вообще? Да. Так, на всякий случай. Ну... Давай тогда. Сейчас, жди тут. Хорошо. Я сейчас приду. Мне тут к палаткам нужно сбегать. Продать, я себе алмазов немного набил. С облеев. Сейчас я их продам. Тут же, кстати, теперь априкорны можно сажать, уже добавили. Ну да, как раз уже их добавили. Они же вроде нельзя было сажать, потому что их дюпают кучами, но. Я не знаю, сейчас разрешили уже. Поэтому фиг его знает. Так, ща. Какой там еще один шайни? А, Ореол. Где? Просто знаю, чей это. Ореол тут не спавнится. Там возле палаток как раз.
Блин, ну как я не поймал? Рядом со мной ты бегала. Это чья-то вообще? Нет, я не знаю. Ты её ловишь уже? Кого? Там Риолу. Это чья-то или нет? А фиг её знает. Да нет, вроде, она... смотри, еще одна заспавнилась. Да? Ну. И ты её ловишь, как всегда. Это ничья не была, что ли? Сам её заспавнил? Да, я сам её заспавнил для тебя специально. Да? Да. Ну тот чувак случайно словил, я хотел для тебя заспавнить, так как... Я же тебя пригласил для того, что я тебя выбрал, чтобы тебе дать Риолу. Да? Поэтому давай-ка мне свою Риолу, чтобы было как минимум по-честному. Ты мне обычную, я тебе Шани. Пойдет? У меня уже сотка. Пойдет. Не, ну если не хочешь, то... Хочу. Я не знаю, какая тут натура, ща я посмотрю. Какая интересная. Но, тоже, знаешь, сидеть через полчаса и спавнить подходящую натуру тоже как-то... Ланели на атаку. Ланели. На атаку. А, и это как раз хорошо. Да, ну как раз, давай тогда. Тебе шайни мне обычно. Там шапочка не нужна тебе? Ну давай сейчас сниму, если не выпадет. Давай, заходи. Ну это, ну в принципе да, нормально. Ты мне Лукарио даешь. Сото. Так. А и это какая? Тоже смел как-то. Ну, пофиг, сойдет, не сойдет. Сойдет, конечно, шайни. Ну да, ну, везет, чувак написал, везет. Да. Что везет? Как? Ну, он же поймал. А, нет, это не он поймал. Это не он, нет. Ну тот чувак случайно попал, то есть ты сам кинул в первую Риолу там сколько? Пару мастерболов, но не словил, да? Не мастерболов, а в бой хотел вступить, да? Да. Ну ладно, мне пускай как будет. Раз залагало, так. Ну да. Пускай будет, то есть. Разыграли мы два шайни. Две шайни Риолу за один день. Нормально. То есть. Тут не каждый день такие, как это можно сказать, розыгрыши, конкурсы. Да, конкурсы, да, то есть в самих правилах этого сервера, да, как я сначала говорил еще до открытия, то что каждую неделю тут разыгрывается любой шайни покемон. В эту неделю я решил разыграть шайни Риолу, потому что в этой версии она же вроде не спавнится, да, ее можно только... Как это там? Заспавнить. Заспавнить, но сама суть, что ее можно только спаривать между двумя дито, да? Да, да. И то дито, тот фиг поймаешь. И то, что... И машину, да. Запретили. Машину запретили, потому что там... Да чё ты плагучие эти скамейки. И машину запретили, потому что там тоже какая-то фигня с ней была. Но если Риолу тут не спавнится, то сама суть, что ее вообще никак нельзя словить, да? И только тут в одного человека есть Риолу, и то он просто успел ее сделать с помощью... Уже у троих. Ну, уже да, но сама суть, что был только в одного, потому что он успел ее сделать с помощью той машины для спаривания. А так больше ни в кого. Но сейчас уже да, во вторых, то есть больше ее никак нельзя споймать, только заспамить. Поэтому ты один из тех троих человек, у которого есть Риолу. Но, несмотря на то, что... Шайни еще, да? Сейчас бы еще да. Как дом разыграть, я не знаю. Просто знаешь, если я кому-то дам случайным образом, окажется, что ему тоже он не нужен. Я не знаю, если честно, кому. Да вряд ли не нужен. Тут больше половины пока что еще новички. В покецентрах живут и так далее. Ну, в принципе, да, но... Ща, кому бы дать? Советуй ты сейчас, кто тут новичок. Таби, я смотрю, я не знаю, кому бы дать. Ну, давай тогда... Я даже не знаю. Давай у кого самый маленький пинг. У меня везде показывает, что у всех по 1000, я не знаю почему. Назови любое число. Нет, не любое, давай от 30 до 60 назови. От 30 до 60? Да. 42 давай. Так, я считаю. Пропускаю меня, пропускаю тебя, пропускаю модератора. 42, да? Да. Так,
Вы не будете видеть, я для себя считаю так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Выпало на шадов 228. Так. Понял, кто это? Я считал просто так, знаешь, по порядку во всех людей в табе, да? Кто там выпал. Сейчас. ТП. Нет, не ТП, а сначала я пойду к домику. И ТП, ну так. Победитель сегодняшний... Нет. Сегодня выиграл. Кимона выиграл. Шайни. Дом. Выиграл. Шедов, да, вот это 228. Да. Кстати, тут же глиняный биом, да, нашли? Да, мы уже. Там метку поставили? Или как сказать? Телепорт. А, нет, ну я еще, я потом поставлю. Да как продать? Мы менялись. Он хочет, чтобы ты... Он думает, что у тебя две риолы? Нет, у меня одна. Так. Если тебе нужен. Нужно еще спросить, вдруг ему нафиг этот дом не нужен, он себе где-то там построил замок какой-то. Да вряд ли. Ну, я на АПВ еще может быть. Ну я спрашиваю. Нужен тебе дом или нет, спрашиваю. А, меня? Не-не-не, я его спрашиваю. Он пишет, о, круто, но не пишет, нужен ли ему дом. Так, ну тут тому чуваку вообще нереально повезло, что он Shiny Riolu словил случайным образом. Так, давай тогда... А, ну надо было у меня дома где-нибудь. Выбирай. Выбирай. Дом. Мне чувак пишет, я могу отдать тебе всех моих древних за Riolu. Да, ну, их тут куча этих древних. Да, в море пошел. Да я говорю, я поэтому и убрал с продажи, потому что чувак за 2 часа себе набил стак древних. Купил себе больше, чем стак мастерболов, прикинь. Ай, Иви на спа... две Иви на спауне дерутся, будешь ловить? Я не знаю, слови, может, потом мне дашь, если можешь. Просто я сейчас чуваку дом, давай, который справа. Этот? Так, ну, вот уже и первый чувак, который выиграл дом. Да, вот этот. Ладно, мастер кинул. Здесь еще Риолу ни разу. Ой. Иви ни разу не уходил. Mm-hmm. Тут на спавне возле леса они вообще часто спавнятся. Вроде бы. На спавне? Да, вот тут вот. Возле вот этих домов. Тут лес как раз. Shadow 228. Во! Отлично. Так, какая тут территория? А, то есть какой дом? Дом один. Ничего не ломать, стены не переносить, ремонт не делать. Ты то... сломаешься, все. Построят, да, там что-нибудь. Сундуки, верстаки, если хочешь поменять местами. Но стены не трогай. Тут, в принципе, дом очень большой, и у меня такой получился. 3 этажа больших. Да, дом красивый. Так, ладно, я его добавляю тогда. Регион. Мембер. Как у нас за D1? Отлично. Во, все. Заходи.
Ну? Ну, можешь заходить, чувак, ты уже выиграл. Ну, ладно, все. Отлично, один дом уже разыграли. Потом будет второй. И потом можно еще построить, если не хватит. Не, ну дом реально очень большой у меня такой получился. Я даже не думал, что... Так, а вот тут я забыл поставить эндер-сундук. Ты же еще, да, там будешь строить пару домов? Наверное, вот, ну сейчас, в принципе, 6 домов есть, да, то есть 6 игроков, которые могут выиграть. Пока что хватает, потом может где-то еще построим. Наверное, тут сзади вот этого дома, который тут уже есть, еще один поставлю. А на пропуск уже был розыгрыш? Нет, через 4 дня. То есть, сейчас я посмотрю, когда это... Четверг. Каждые 10 дней, то есть 10 числа, 20 и 30. А, думал тоже, воскресенье. Нет. Ну, сначала хотел каждую неделю, да, то есть каждые 7 дней, но чтобы было получше, то есть каждые 10 дней. Понятно. Так, ну что, разыграли мы покемона, разыграли мы дом. Вроде тебе и натура подходящая выпала или нет? Да. А я не знаю, ну походу я вот этого твоего Лукарио или удалю, или потом разыграю кому-то. Потому что, по сути дела, он не может быть моим, так как нечестно получается. Я же ту Риолу заспавнил, да? Не словил. Ну, потом кому-то разыграю, обычного, то есть не шайни. Итак, Риолу, мне кажется, ну, всем не всем нужно, но ее никак нельзя словить. Она тут еще реже, чем легенда, можно сказать. Ее вообще нельзя спавнить. Да ее, она вообще не спавнится, то есть спаун запретили ее, по сути. А почему? Я то, не что знаю. Сильная или что? Не знаю, честно. Только тебе ее... И... Чего? Так что тебе Иви нужна? А, давай. А ты две словил? Нет, там одна другую убила. Ага. Так, где тут трейд-машина? Можно поставить по всем углам. Я забыл. Я тоже что-то забыл. Тут только она... Вижу. А, так, все. Я не знаю, кого тебе дать. У тебя ненужных нету? Ща, есть там свайнуп вроде. Сейчас я посмотрю. Да, шайни свайнуп, но у него нету той атаки. С которой а, он... она у него на второе эволюцию открывается только. Так что может еще открыться. Ну тогда, а на каком он эволюционирует? На 2 я или вот нет? Я тут где-то был. Но меньше 40-го точно. Ну тогда я не знаю, честно. Тогда ты ща подожди, у меня есть 4 покебола, пойду словлю, я не знаю, там, Мэджикарпа. Как раз тебе он сильно нужен, я так знаю, да? Или нет? Попытаюсь словить. Продам кому-нибудь. Ну да. А, как мне уже тут флудят. Уже не знаю какой раз. Здесь тоже уже начали флудить? Да нет, в личные сообщения мне флудят. По поводу доната, что-то там купили, а ей не пришло, что-то такое. Или ему, я не понял, кто это, девушка или парень, че. Не, купил. Почему-то первый раз он купил, а написал, или мне показалось. Ну, ловись ты уже. Или бейся. Не ловить? Да, ща. Пытаюсь. А кого ты там ловишь? Сивадл. Кто тут первый попался, того и ловлю. Да у меня только и покеболы есть, я еще и не покупал, и не крафтил. Да иди ты в пень, я еще Меджикар по 5 уровня словлю, да и все. Знаете пару. Чего? Покеболов. Сейчас выключу геймод. Ага. А, сейчас их подберут, по-моему. А, нет, не стал. Подберут. Тут, и где вот. Там вон кучу накидали. Чего? Покеболов. Ну, тот чувак уже их назад подобрал. Увидел то, что ты побежал. Сейчас попробую Мэджикара пословить. В принципе, у меня только шайни есть. Я их так обычно ловил, когда они спавнились. Да, тут шайни очень часто спавнятся. Ага. Даже слишком, мне кажется. Во! Твой Мэджикарп. Это мне? А, стрида. Сколько он тебе кидает? Во! Добрый человек. Так. Да.
Да отвечу я тебе позже, харе мне флудить уже в это. В сообщение. Личку. Ага. Что пишет? Важно что-то? Да то, что он купил донат на команду PokeHeal, а она, она мне недоступна, что мне делать? А позже отвечу, сейчас как бы не могу. Идешь на спавн или тебя такая хочет? Иду, иду. Давай. Ну, меня просто тут напали. А, вон он. Все, uh-huh. Иду. Зашел. Uh-huh. Давай. Твою ж, сейчас, секунду. Словил, но поменять забыл. Вон, давай. Лос в ПК зашел. О, не в ПК, в трейд. А теперь он фул. Ребята, вам имя. Во, все, ты тут? Да. Я тебе вроде обычного даю. Да, обычно это. Так. А ты сразу... его мастерболом словил, да, Иви? А, да, она не хотела ловить. Верну мастер... тебе мастербол? Да не, не надо. Так. Это чувак. Ща, ща помогу только. Ладно, давай на этом уже, наверное, закончим. Нормально, давай. Разыграли. Дом. Если у нас уже победитель, ты у нас выиграл Ореолу и там один чувак дом. Ну, в принципе, все, ребята, давайте на этом уже закончим. Сегодня у нас в серии был Данек. И всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.